click on me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Да, и я сейчас буду вторую часть трэш-игры делать сегодня. Я не знаю, что это за игра. Ну, машин тут много. Уже могу за это поставить плюсик. Ой, господи. Пропустить можно. Короче, это полнейшая наркомания. Уху! Я наркоманником стал. Чё за хрень? Мазим. А смотри, текстура там неровная. Да, давайте к следующей игре. Так, следующая игра. Mental Climb Racing Stunt. Кстати, я где-то уже эти названия палю. В некоторых играх. Ну, вы ведь в такое точно не будете играть. Надеюсь. Максимум для проверки. Какая-то хрень там еще у меня качается. Плей. Они для пущего эффекта на кресло приклеили какой-то рюкзак. Охрененное решение. Бум нахрен. Наркомания. Я за один раз купил автомобиль. Охренеть. Ну это хоть как-нибудь мне вот нравится. Ну блин, ну что-то тут не хватает. Давайте к следующей просто игре. Сейчас будет какое-то говно. Господи! Ну что это за... Так и выразился бы. Ну что это за хрень? Заборная текстура выехает. Я под наркоманией, как говорится. Вот какого хрена? Давайте в хлебалы ему выслим. Ара-та-та-та-та. Ара-та-та. Я тебя сейчас устрою. Садись в тачку. Ладно, не важно уже. Так, как... Террорист первой террористической группы. Короче, мы террор развалили. CSGO. Классно! Телепортация нахрен. Как ты в меня можешь попасть? Давайте как GTA 5. К следующей игре.
Следующая трешовая игра это дерби. Для меня все едино. Они просто перекрашенные бабки просят. Мои деньги, у меня ноль денег. Я вот когда-то играл в эту игру. Когда не было интернета. Но это было лет так 3 года назад. Я уже умею, кстати, в это играть. Мне надо просто... иметь вот эти аптечки постоянно. Хрен возьмешь эту штуку, понял? По-моему, больше забрать. Хай, лох. Раз, два. Пофиг, он уже дымится, давайте его. Я его или он меня? Давайте к следующей игре. Следующая игра Extreme Custom 3D. Понятно, давайте к следующей. Офигенно. Просто офигенно. Как играть? А, как я задал вопрос, она мне решила выдать, да? Я такого спать хочется. Такого трэша. А не знакома ли нам эта игра? Ты тупой. Ай, уинь. Халямба со салямба. Я тебе сейчас... Что ты делаешь? Смотри, тут все шутеры, которые я не проверял. Охрененно, если я за то... А нет, не на тот же. Не на тот же. Тихо, я тут-то... Я нуб, ты труп. Это бы... Я бы так это назвал. Видео. Офигенный интеллект тут, конечно, в игре. Ой, господи, давайте еще посмотрим. Будем все делать серьезно. Офигенная тактика. Рашен Б, Рашен Б. Там офигенно. Офигенное раздвоение.
Делай деньги. Вот так. Пальцем щелкай деньги. Собы мой батя, делай деньги. Вот так. Игрушка довольно затягивающая. В CSGO я, допустим, никого не могу нагибать, хотя ни разу не играл в нее. Ну, здесь видите, как я нагибаю всех. Офигенно. Ра-та-та. У меня есть тактика боя. Попадание в хлебало. У нас документально книжки. Мы книжки? Сколько здесь заданий, а? 10 заданий. А, давайте к следующей игре. Да. Следующая игра. А, что-то знакомое, да? Не правда ли? Я что-то похоже, видимо, показывал. Они две игры сделали в одну. Два в одном, говно. Классно. Ладно, всем пока. Я пошел третий тост записывать.